4. 2 года назад объем каждого маминого колена был 52 сантиметра. Она не могла ходить по квартире, она лежала и плакала от боли. Не могла выйти даже с комнаты до кухни. Когда мы обратились к докторам, доктора нам посоветовали сделать блокаду, то есть обколоть колено. Но, видимо, за 72 года столько в нее было влито, вколото и вмазано, что у нее началась жуткая аллергия. И к этой жуткой боли добавилась еще одна. И вот так я оказалась в компании. Мама принимала продукцию всю комплексно и, конечно, наши волшебные наколенники. Уже спустя 2 месяца мамуля могла стоять на сцене. Она у меня всю жизнь отработала директором клуба и сейчас свои 72 поет в хоре ветеранов. У меня, естественно, тоже больные колени. И мне тоже прописали такую же, вот выписали такую же программу. И у меня, как побочный результат лечения коленей, у меня нет узла на щитовидке, у меня нет уплотнения в груди, у меня нет миомы 6-8 недель. Сейчас уже прошло 2 года. У мамы опухоль спала. Она распрощалась с радикулитом, с мигренью, с давлением. Поэтому моя благодарность этой компании просто не знает границ.